Всем привет, друзья. Вот такие бывают случаи. Это город Киев, Украина. Взрыв газа. Похоже, как будто ракета попала, но это взрыв газа. 16-этажный дом. Разорвало несколько этажей. Как видим, 3 этажа. Буквально сегодня утром. Сейчас я вам покажу со сближением. Это просто ужас. Рядышком дома нетронутые. Пострадавших еще непонятно сколько. Что вот так вот иметь газовые плиты. Смотрите, люди, за своими аппаратами газовыми. Не дай бог случится такому несчастью. В Украине и так война, а еще вот такого не хватает мирным людям. Посмотрите, полностью выбиты окна. Сгоревшие кондиционеры. Даже вот выше видно, что был пожар очень высокий. Смотрите, сколько этажей. Это 16-этажный дом, еще раз повторюсь. Стоит огромное количество спасательных бригад. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу.